Сьогодні правий час інтерв'ю. Спілкуємося з Наталією Королевською, лідером партії «Україна вперед». Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от останні дні, гарячі дні політичного сезону відзначалося прийняттям в порожньому залі Верховної Ради низки законопроєктів, ціна яких сотні мільярдів гривень. Хотілося б почути позицію вашої політичної сили, ваше зокрема, щодо внесених змін до закону про держзакупівлі. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер. Мы, в принципе, все законы, которые принимались на последней неделе парламента, я считаю, что это была очередная политическая манипуляция. Выступая на последней погоджевальной радио, уходящей политической сессии, я четко поставила вопрос. Осталась неделя. За эту неделю мы должны сегодня сконцентрировать все свои усилия и принять антикризисные законопроекты. Весь мир сегодня, и Европа, и Россия думают о том, как предотвратить проявление следующей волны кризиса. Как сегодня пересмотреть свои экономические модели в стране, чтобы и не допустить кризиса, и сделать следующий шаг, следующий экономический рывок. И только в нашей стране делают вид, что абсолютно ничего не происходит, что в мире нет сегодня экономической угрозы, и что в Украине очередной раз кризис нас не коснется, и мы дальше, как уничтожали украинскую экономику, так и будут ее уничтожать, и все прекрасно. К сожалению, парламент всю неделю так и не рассмотрел наши требования. Мы зарегистрировали законопроект о поддержке национального производителя, где четко прописали, что сегодня нужно дать национальному производителю, какие предоставить стимулы и возможности, чтобы они пережили сложное время и в то же самое время могли дальше развиваться. Законопроект о занятости. Я подавала его в парламент, но приняли вариант господина Тегибко, который, к сожалению, не о занятости, а дает дополнительную работу службы занятости. И у нас сегодня прекрасные офисы службы занятости, сумасшедшие фонды бюджета, которые выделяются на поддержание якобы безработных. Это очередные инструменты коррупции. Сливаются фонд по социальной защите и служба занятости. И теперь в одном месте будет делиться сумасшедший бюджет и будет направлен он не на то, чтобы создавать рабочие места, а на то, чтобы содержать службу занятости. И поэтому мы категорически выступили против этого. К сожалению, ни мои поправки, ни наши предложения не были учтены в данном законопроекте. Также я считаю, что сейчас есть шанс был у всех депутатов принять закон о налогообложении офшорных компаний, в том числе Кипра. Это бы дополнительно в бюджет сегодня дало бы 52 миллиарда гривен. То есть за эти деньги мы могли бы пересмотреть социальные стандарты. То есть мы за счет этого могли бы уже сейчас поднять пенсии не на копейки, а поднять до реального прожиточного уровня, который сегодня в стране, к сожалению, официально не соответствует реальному. Но ничего не произошло. Все свелось опять политической провокации, в которой мы категорически отказались участвовать, к закону о языку. И, к сожалению, мы видим, что политики прошлого, они привыкли работать в формате, когда нужно в стране устроить противостояние, что нужно сделать провокацию, поделить опять страну на синих и оранжевых, и на этом фоне получать свои политические дивиденды. И та бойня, которая была в парламенте, я понимаю, что они хотят видеть такие же бойни сегодня на улицах наших городов. И это чистые провокации политические в преддверии нашей парламентской кампании. Поэтому мы категорически против, чтобы в стране продолжались сегодня те же самые правила политической игры, которые мы видим 20 лет. Это мы повернемся до этого законопроекта, но все-таки ваш комитет и ваша политическая сила, как они расценивают внесенные изменения до закону про держзакупівлі, то есть какую кількість грошей не побачим мы, как платники податки, на державных закупівлях. Как вы расцениваете? Здесь мы должны прекрасно понимать, что коррупция как была в госзакупках, когда мы и могли видеть, якобы видеть, но видели мы опять только вершину айсберга, но не видели низ этого айсберга, так и сегодняшние поправки в законопроект, то есть они не дают нам видеть и вершины этой айсберга. То есть мы говорили, что для предприятий, например, авиастроения, где четко знают, что двигатель на самолет производит Motor Sich, да, а такую-то запчасть производит там одна единственная там американская компания.
образования. И для них процедура госзакупки, она была неадекватной, да, потому что предприятия самолетостроения не могли собирать самолеты из того, чтобы им предлагали на тендере какие-то сделанные в гаражах запчасти, и потом эти предприятия, эти запчасти ставили бы на самолетах, на которых будут летать люди. Там нужен был отдельный инструмент и отдельный механизм государственной закупки. То же самое касается предприятий военно-промышленного комплекса, потому что есть ряд того ассортимента, ассортамента, который им необходим, и он четко прописан по техническим условиям про той либо иной модели, которая производится. Поэтому я считаю, что эти вещи, их нужно было очень четко разделять. Не всех вкупе, да, что вот для всех теперь госпредприятий действует вот такая вот абсолютно неадекватная норма. Да? А для тех специализированных предприятий, у которых есть свои специальные условия, мы настаивали на том, чтобы этот законопроект рассмотрен был и дать возможности раскрепостить эти предприятия, собирать и закупать именно то, что им необходимо по их ГОСТам, по их техническим характеристикам. Но, конечно, ни в коем случае не закрыть сегодня полностью весь этот оборот, то есть и увести полностью все госзакупки сегодня за государственные средства из-под видения и хоть не такого уж и жесткого, но все-таки контроля как со стороны журналистов, так и со стороны общественности. Тобто, я так розумію, комітет був проти, але ваші позиції не врахували, так? В этом законе у нас позиция касалась предприятий только военно-промышленного комплекса и авиастроения. И в этом случае и комитет, и мы единогласно считаем, что по специализированным предприятиям должны действовать специализированные нормы. Но это не значит, что нужно полностью их выводить и полностью над ними терять контроль. Нужно предоставлять специальную процедуру, но она должна такая же быть прозрачная, она должна быть такая же публичная, и она должна полностью быть доступна сьогодні для масового обговорення. Отже, щодо законопроекту Колесніченка-Ківалова, так, і закону, який не підписаний ще, яка позиція вашої політичної сили? Чому ми не бачили ваших прапорів, вас особисто біля, на протестах біля Українського дому, хоча там з'явилися люди, які далеко відійшли від справ опозиційних, як, наприклад, депутат Жванія чи пан Кличко? Наша політична сила прийняла рішення не участвувати в цих політичних провокаціях. Политических провокациях политиков прошлого. Мы знаем, у нас, знаете, 20 лет одни и те же политики меняют друг друга у власти, при этом ни качество политики не меняется в стране, а качество жизни людей еще ухудшается. И вот этот пример, это был яркий пример, как 20 лет у нас в стране поступают, когда стараются отвлечь людей от действительно насущно важных проблем сегодня. Страна на грани дефолта стоит, а у нас начинают поднимать вопросы, которые раскалывают страну, которые провоцируют страну на противостояние только с одним, чтобы как власть прошлая, нынешняя оппозиция, так власть настоящая получала на этом политические дивиденды. Поэтому а вы решение таких... этого питания, как вы бачите? В таких провокациях мы, в принципе, принимать участие не будем. И мы считаем, что недопустимым этот вопрос поднимать сегодня. Давайте мы сейчас как раз про выборы и поговорим детальнее. Так вот, но вы уже сказали, что у вас будут открыты списки, а когда мы увидим саме персональне наповнення этих списков, оскільки, например, об'єднана опозиція уже оприлюднила принаймні по два обличчя на кожну з виборчих дільниць. Коли ми побачимо, хто від вас може стати депутатом? Мы сегодня не менее 5 опубликовали на каждую область. Начиная с 1 июня мы открыто на сайте, в интернете регистрацию объявили. И в течение июня месяца к нам обратилось более 1000 человек. После этого экспертный совет из 1000 человек выбрал 200 человек, тех людей, которые действительно были поддержаны, тех, у кого были уже критерии, это профессионализм, это доверие, это публичность, личная активная деятельность. И сейчас 200 человек принимают участие в народном списке. 600 пунктов организовано в Украине, куда люди могут прийти, ознакомиться с биографиями этих людей, ознакомиться с тем, что они сделали, и либо их поддержать, либо делегировать кого-то из кого бы они хотели видеть. Який буде, и коли буде окончательный список, конечно, будет на съезде. Съезд будет утверждать за несколько дней до съезда. Мы соберем всю информацию, которая есть. Сейчас идет голосование в интернете, сейчас идет голосование на улицах городов, идет и работает колл-центр, и полностью те люди, которые будут и получат максимальное доверие,
кто будет больше всех поддержан, тех, кого сейчас выдвигают и делегируют, и дополняют еще в народный список, будет полностью уже на съезде окончательно озвучен результат. Знаете, щодо виборів, запитання навіть не від мене, а ми спілкувалися із лідером партії «Удар», з паном Кличко, і його на запитання, чи він, якщо пройде в майбутній парламент, буде утворювати з вами якісь союзницькі дії або більшість і так далі, він відповів, звичайно, якщо Наталія Королевська розповість, а звідки в неї фінансування проводити таку масштабну виборчу кампанію, яка дорівнює кампанії партії регіонів. Що б ви відповіли ви лідеру «Удару»? Я думаю, что и Виталий, и наша политическая сила сразу после выборов четко опубликуют все отчеты, все источники финансирования и все те доходы, которые были во время избирательной кампании и за счет чего избирательная кампания финансируется. А зараз вы не готовы до выборчой кампании оприлюднити свои джерела финансирования? Знаете, вот, когда говорят, а вот где-то тумбочка, где вы берете деньги, да? Так вот, вот вашу тумбочку. Если сегодня эту тумбочку я принесу и скажу, вот наша тумбочка, то у меня нет никакой гарантии, что завтра у нас все возможные инструменты со всех контролирующих органов сделают все, чтобы эту тумбочку как можно быстрее отобрать. Потому что вот буквально на днях у нас отбирают палатки в Харькове, нам запрещают их ставить. У нас есть проблемы по Днепропетровску, у нас возникают проблемы по Донецку. То есть мы видим, что сейчас начинается уже жесткое противостояние и понимаем сейчас, что мы выходим в такую самую сложную фазу. Так вот эту тумбочку я принесу, открою все ящички, дам возможность пощупать, посмотреть после того, когда буду понимать, что компания уже защищена, что сейчас, если на тех людей, которые нам помогают, которые нас поддерживают, не начнутся уголовные преследования, и они будут вынуждены под этим давлением приостановить финансирование, что будет поставлена под риск вся компания. Поэтому, дабы не допустить этих рисков, мы, безусловно, дали слово тем, кто нас поддерживает. И сами понимаем, что нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы то доверие, которое к нам сегодня испытывают люди, ту поддержку, которую на протяжении нескольких месяцев нам оказали наши граждане в стране, мы ни в коем случае не поставили под сомнение. Информация про вашу выборчую технологию в интернете звучит так. Наталья Королевская и ее партийным проектом занимаются те самые технологии, которые раскручивали сильну Україну ті гібка. Це правда чи ні? У нас есть ребята, вы, я думаю, с ними прекрасно знакомы, которые не один год работают в нашей компании, в нашей команде, и я благодарна, что они сегодня занимаются у вашем штабе працюють? Я не знаю, что значит специалист Тегибко. Если кто-то из этих людей когда-то сотрудничал с Тегибко, то я такого не могу исключать, но в основном это те люди, с которыми мы работаем уже много лет, и главный идеолог компании – это Михаил Грищенко. Я никогда не слышала, чтобы он работал господином Тегибко. А как вы можете пояснить то, что в интернет-просторе ваша политическая реклама, и вы, в частности, вы объектом максимальной кількості разных фотожаб, карикатур, анекдотов. Фактично вы змагаєтесь тут, напевно, в популярности, вот такие анекдотичные, десь с партией регионов Януковича. Як ви з гумором до того ставитеся, як ви можете пояснити цей феномен? Знаете, мені нравится один афоризм, сказаний одним із великих людей, що от спочатку тебе ігнорують, потім над тобою сміються, потім починають з тобою боротися і наконец ти побіждаєш. Так вот, мы как раз идем этим путем. Когда... Вы на каком этапе зараз? Вот мы сейчас уже на этапе борьбы, потому что то количество технологий, провокаций, черных технологий, которые принимаются к нашей команде, к нашей политической силе, сегодня действительно сложно найти еще политическую силу, которая бы находилась под таким давлением. И я это прекрасно понимаю, потому что политики прошлого, они очень боятся, что придет новое поколение политиков. Для них сам факт, что вот этот вот закрытый элитный политический клуб может кто-то разрушить, что сегодня придут люди, которые никогда бы туда не попали, потому что это чистая политическая монополия в нашей Украине, в нашей стране. И сейчас, когда идет народный список, когда приходят реальные народные кандидаты, когда приходят общественные лидеры, когда приходят профессионалы, то это
реальная политическая конкуренция. А политики прошлого, они не вынесут политической конкуренции. Они не смогут по-честному, открыто и публично конкурировать. Они привыкли все это делать кулуарно, закрыто, интригами и черными провокациями. И поэтому, конечно, на нас обрушился град. И мы прекрасно понимаем, кто первый пробивает стену, тот больше всех набивает шишек и ушибов. Так вот, мы набьем эти шишки и ушибы, но мы начнем с себя перемены. Мы разработали, как обещали, экономический план, мы открыли свои списки, и мы приведем новых лидеров в украинский парламент. И мы покажем политикам прошлого, что в стране нашей можно жить по-другому. И это увидят все люди. Коли ви чуєте анекдоти або бачите карикатури, ви усміхаєтесь? У вас є улюблений анекдот? Я розумію, що це популярність. Не популярність. Ну, є у вас якийсь улюблений? Знаєте, от працює 20 часов в сутки зараз. І коли я їжджу по країні, зустрічаюся з людьми, я бачу ті реальні сьогодні людські проблеми, які є. Ну, от не до того, щоб навіть розглядати ці анекдоти або розглядати карикатури. А чи не переборщаєте ви з тим, що вашої реклами є дуже багато? І вона, чи не вважаєте ви, що ви можете викликати навпаки спротив простого телеглядача, так, якому ця реклама заважає дивитися, наприклад, футбол? Вот я недавно смотрела телевизор, я делаю это очень редко, это когда мои сыновья в воскресенье находят какой-то любимый свой фильм, и мы с ними обязательно его смотрим. То вот я видела там всю рекламу, кроме своей и кроме нашей политической силы. И поэтому я думаю, что количество рекламы, количество бигбордов, там, спецвыпусков газет за ближайшие несколько недель и месяцев мы увидим в таком количестве и в несколько раз превышающим больше нашу политическую силу, что люди сами все прекрасно поймут. И мы начали первые. Мы первые начали себя перемены. Мы первые начали именно рассказывать и объяснять о нашей политической силе, потому что мы самые новые. Мы пришли в марте месяце и взяли на себя эту ответственность. И мы начали в марте, не откладывая, не ожидая, не думая о каких-то технологиях. Нас за это сегодня бьют. Но пройдет еще чуть-чуть времени, и все люди увидят весь политический товар лицом. И поймут, что все остальные, они сделают компании еще на порядок выше нас. Поэтому, вот знаете, этот вопрос, он в принципе, нам не интересен. Мы видим свою цель, мы поставили для себя задачу. И меня гораздо больше сегодня интересует эта команда, которую мы должны и которую мы формируем, которая способна и которая будет реализовывать план новой экономической модели, модели роста и занятости в нашей стране. И меня сегодня больше волнует, как мировой кризис может отразиться в Украине, и то, что сегодня в нашей стране это игнорируют и ничего по этому поводу не применяют, и людей манипулируют, чтобы отвлечь от того экономического состояния, которое есть в стране, и не принята ни одна мера предохранительного экономического характера. И то, что сегодня все, кто на каникулы убежал, а кто на выборы убежал, и что страна и люди могут остаться один на один с проблемами, которые осенью ударить могут очень-очень больно по каждому человеку. И вот этим мы сегодня занимаемся. Новая команда, новая экономическая модель и шанс, который есть в нашей стране, изменить качество жизни людей. Мы в это верим, и мы это сделаем. И я уверена, что победив в украинском парламенте, мы покажем и новое качество политики. И разрушим те политические монополии, которые 20 лет держат Украину в тисках и не дают никакого права, возможности свежего глотка людям, потому что они действительно борются со всем новым, с тем, что не подходит под стандарт старой политики, и то, что сегодня не хотят политики прогинаться под старые модели. Ми за політичну і економічну конкуренцію. Я дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, в програмі «Час інтерв'ю» ми спілкувалися з Наталією Королевською, лідером партії «Україна вперед».